Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» установили систему аэрации воды в Салмановском пруду. Система обеспечит кислородом зимующую в неглубоком водоеме рыбу, пояснил председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев. Зарыбление пруда проводилось весной в ходе работ по обустройству зоны семейного отдыха на берегу. Мальки белого амура, карпа, карася прекрасно прижились, выросли и размножились. Важно, чтобы они хорошо перезимовали. Территорию аэрации волонтеры оградили сигнальной лентой и установили предупреждающие таблички.